Покупаешь игры и хочешь экономить? Тебе нужна карта Тинькофф All Games. С ней ты будешь получать 5% баллами обратно в Steam, Origin, PC Store, Fortnite, Blizzard и в других игровых сервисах. 2% со всех покупок с фастфуда, а также 1% со всех остальных покупок. Кроме того, твой ник может быть выбит прямо на твоей карте, и все узнают, что ты нагибатор 228. Все мои подписчики, которые оформят карту по ссылке в описании, получат 1000 бонусов на дебетовую карту. 1 балл, 1 рубль. Так что можно будет потратить на игры или электронику и даже донаты. Торопись, акция ограничена. Посмотрим, что он будет на дарантил. Опа! Дарантил. Сейчас последнюю посмотрю все. Монеты пошел собирать. У кого-то карман дырявый. China number one, это вообще всегда. China number one. Ну, смотри, какие милые. Эй, всем привет, ребят! С вами я, стримерша Аленка. И вот сегодня мы с вами, знаете, обсудим какую тему. У меня вот... Я сегодня пришла в детский садик, и там у мальчика был трактор. Такой трактор... вот и смашивал был, и трактор такой тр-тр делает, а я тоже хочу трактор. Пацаны, у вас есть у кого-нибудь трактор? Пожалуйста, задонайте мне на трактор. Спасибо. Я могу наклониться, смотрите. Я знаю, что вы это любите. Кто это Алеша? Пусть есть. Сабы умные, они даже не меняют уровень. Чё, стриптиз, ребят? Тан-т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 ан. Женщина, блядь! Ты меня с ума сведёшь! Стриптиз, блядь! По-моему, будем на Твиче сидеть объяснять. За стриптизы твои. У, сука, у меня пробел, блядь. У меня внезапный пробел сразу. Блядь. Чуть не обосрался. Сейчас бы постримили бы. Пошли бы на YouTube, блядь, стримить. Ух, ёпта. Мне нравится физика, прежде всего, знаете. Вот это сильная часть. Бля, Мэдисон, заебись. Вот чё-чё, Мэдисон, это вообще, это бля, вам, бля, отвечаю, вот Мэтт это заебись. Что ты думаешь про Мэтт? Мэтт заебись. Всё, я всё сказал. Так и передайте. Когда твой шаттл наконец-то не разбился, блядь. Все охуели, блядь, да ладно, говорит, долетел. Лишь навсего какая-то баба, которая ходит за мной по коридору, которая пытается меня испугать. Ничего подобного, все, у меня я есть здесь? Таблеточки, я... Опа! Что такое? Все, да? Че? Что, страшно, да? Сука. Бля, ну страшно было. Витус Бритва говорит, чё грустим? Это не Витус Бритва. Спасибо, родной. Ну, а спасибо. Сижу, грущу. Никто мне под Новый год не донатит миллиона. Всем задонатили, а мне не задонатили. Никакого праздника, блядь. Нихуя себе. Чё, блядь? Вагон разбился. Ну почему я словил такой уёбский тайминг? Скажите мне, пожалуйста, почему? Бля, ну это, я не знаю, тайминг один на миллион. Я был так молод, сука. Я был так молод, хорош с собой. Во, пулсял, смокотал. А где еще один? Ладно, бинтами, короче. Ауч. Деду пол ляма задонили. Да всем уже задонили, блять. Мне не донатит.
Вот если бы мне задонатили, я бы, знаете бы, что сделал? Знаете, что я не скажу? Блин, все, все, отстаньте в пизду от меня. Сейчас вы опять мне напомните, я... У него все нормально? Не будет бан никакого. Ой, хорош, нихера! Нихера выканул! Так, давайте девушку лучше посмотрим, вот. Вот да не будет никого дочь, бануться. Ваша дочь, у вас будет маленькая дочь, неокрепший разум. Вот она наткнется в эту на эту непотребщину в интернете. Вот какая у вас будет реакция? И вы об этом даже не будете знать. Вы об этом Братишку, чё? Братишкину... Блядь, чё донаты не работают, у, сука? Точно не он. Инфа сводка. Не он. Братяшкину лям задонатили. Валакасу 500 тысяч задонатили. Идите в пизду все, блядь! Под Новый год всех радует, это не, блядь. Никакого праздника, блядь. Все, отстаньте. Знаете, после того, как ее изнасилуют на вписке. А все с чего началось? Вот этого, блядь, непотребства, которое надо запретить! Запретить! Я хочу отсосать твой член. Угу. Ну, попробуй сделать это в бане. Дебил. Ну, в бане, в смысле, в бане... Не в бане, где паришься. А в бане на Твиче, откуда ты уже никогда больше не выйдешь. Ой-ой-ой, попал, попал. Ой, еще попал. А, ну же! На! Давай! На! На! Изи! Минус башка! Нихуя не понял, но был очень. Горинов донатил 800 тысяч на стрим. Пошел в пизду. Что? Отстань, все, отстань. Это отлетело в меня. Все, отстань, я с тобой не разговариваю. Последний кадр. Ура, какой! Ай, какой, а? Так. Кто этот святой человек, я ему лайк поставлю. Блять. Ну чё, готовы? Ну чё, запускаем? Поехали, бля. Лё какой. Блять, немного дёргается, но заебись. Нормально, пойдёт. Вообще заебись. А я, знаете, сегодня зашла на сайт сёдел. Ну, знаете, сёдло, да? Вы знаете, что седло, минимальная цена, типа, подержанное, это тридцатка. Ну, в принципе, сколько я собираю, это 50, да? Но вообще, подержанное седло, минималка, вообще, самого хуёвого седла, это как подержанные трусы купить. Вот реально тридцатка. Вот. Типа, полупрофессиональные сёдла стоят сотку. Те, на которых выступают спортсмены, стоят лям. То есть, вот реально лям, да? Представляете, вот у вас только седло лям стоит. И я такая думаю, блин, то есть, это просто... То, чего касается моя жопа. Это стоит лям. Можно ли считать, что моя жопа практически стоит лям, если бы я купила себе такое седло? У, сука, ненавижу таких кошек, блять. Ненавижу таких кошек, блять. Вы понимаете, вот я вам серьезно говорю, я очень люблю животных, ребят, серьезно, у меня всегда жил кошак, в деревне у матушки собака, все, бля, я прям прихожу вот так вот ее, тю-тю-тю-тю, так, блядь, за уши, вот так вот тут делаю, а вот знаете, вот есть кошки, блядь, вот эти вот веслоухие, вот разные, вот и все остальное, блядь, я вот как прихожу... Я как вижу вот эту рожу, понимаете, грустную. Вот такую вот, вот, вот ты посмотри вот на нее. Ты, блядь, вот ты просто вот посмотри вот, вот на эту кошку. Бля, она прям пизды прям просит, чтобы ей дали, понимаешь? Она прям просит, она говорит, дайте мне пиздюлей, пожалуйста. Вот видишь, вот она над хуйней вечно вот мается. Вот, вот постоянно какую-нибудь вот она, вот, вот, блядь, вот. Вот я вам отвечаю, я вот, блядь, вот я вот как не приду... У меня сфинкс. Ничего, ничего не имею против лысых кошек. Блять, ну вот есть вот эти кошки, вот у них прям рожа вот вечно вот такая вот, блять, вот эти вот уши вот такие. И вот, вот он вроде милый, блять, ты ему там погладить думаешь, ладно, там не полезу, он сам подойдет. Блять, вот он, тянешь к нему руку, он весь, блять, вот так вот и согнется, блять, вот. Как будто, я не знаю, ты
блядь, я не знаю, говном его, блядь, поливаешь. Вот так вот. Так вот, блядь, сделает весь. Меня, сука, прям вот эти кошки, блядь, меня прям бесят нахуй. И ладно бы одна. Нет, нихуя. Я, блядь, таких кошек встречал миллион этой ебучей породы. Я вам серьезно говорю, блядь, вот прям вот все кошки нормальные подходят там, блядь. Ладно, все разные бывают. Вот, допустим, у матушки у меня... Я подарил на день рождения ей бенгальскую кошку. Она тоже очень своеобразная, пиздец своеобразный кошак. То есть она прям, ну, она сама подойдет, то есть к тебе все. Она такая, ну, кошки очень своеобразные, посмотрите, кому интересно в интернете. То есть они, ну, она очень добрая, то есть ты садишься, она к тебе понюхает, да, то есть она к тебе привыкнет, она подойдет. Но вот эти, блядь, и вот знаешь, вот вечно сядут и вот так вот сидят, блядь. Вот так вот смотрят, еще щурится, сука. Вот так вот он делает, вот так вот эта кошка делает, блядь. Вот эти еще уши, ух, сука, блядь, как у меня горит от этих кошаков. Ой, блядь, это пиздец. Я вам отвечаю, у меня прям жопа сгорает. Вот именно вот от этих вот кошек, вот именно от этих вот, блядь. Вот именно вот, сука, вот от этих вот кошаков. Еще знаешь, вот так вот сидит. И я говорю, вот руку, думаешь, блядь, дашь понюхать до руку, то есть все, я правда, ребят, у меня всю жизнь котейка жила, блядь, вообще в доме с самого детства, мы весь Мурманск с нами объездила котейка, блядь, просто простая домашняя, и, короче, вот, у всех кошек, да, свой характер, но вот эти вот, блядь, вот, она вроде вот, да, такая вот дает, вот так выгибается, да, типа, давай погладь меня, мудак, блядь, ее начинаешь гладить, она вот так вот, блядь, да, у нее вот так вот позвоночник выгнется, ну, меня прям, блядь, бесит эта хуйня, ну, видишь, вот так глазом. Бля, извините, ребят, у меня просто пиздец горит от этих кошек. Ты видела его лысину? Нет. Тебе повезло. Я не могу это увидеть. Чью? Всю жизнь в Питере. Приезжаешь в Данию, потом говоришь, хочу вернуться в Питер жить. Они говорят, ага, понятно, класски, которые что-то мне сказали. А, он из Питера? У нас радио хорошо в деревне играет. Мы на электрике, на машине ездили. С Майлу. Ира, мы на машине. С лучшей подругой. Подождите, а муж тем временем отпёхал лучшую подругу своей жены, которая изменяла ему с другими мужиками прямо в электричке. Ах ты шлюшка! И не говори. Пришла новая порция контента. Ссылку уберем. Блять, сука, эти тайминги, я ебал. О. Беги! Чё? Здрасте. Нихуя не понял, но было очень интересно. Лол, блять. Ребята, подписывайтесь на Fail Grey. Кого? Про котов, кто клипанул, сразу в бан, блять, уйдет. Молниеносно. Опа, дурачок! Ха-ха! Все, да, попался, блядь, в чате, у сука. Где он? Где дурачок? Вот он! Ха-ха-ха! На нахуй! Временно заблокировать, так скажем, предупредительный выстрел, блядь! Ха-ха! В следующий раз бан, блядь, сразу. Понял, нет? Спалився, блядь. Чего все грустные лица такие, блядь, жить не хочется. Что, блядь, происходит? Нихуя не понял, но очень было интересно. Прям, блядь, аж... Ой, прям очень сильно. Я, наверное, не такой глубокий. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел и лайк поставил, и на канал ты подписался. Красава, удачи, братан, встретимся в следующем видеоролике.